Арбуза. Короче, слушай, тут пробегал ребенок. Я ему все рассказала, что у нас случилось. Говорю, прикинь, вот такая беда. А он мне говорит, знаешь что, на ружье, потому что тут капец как опасно. Короче, у нас теперь есть ружье. Мы в безопасности. Круто? Ой. Чё? Ну, короче. Да я понял, я понял с первого раза. Подожди, откуда у ребенка калаш? И почему, что, как, зачем? Он сказал, что здесь без ружья никто не ходит. У кого-нибудь есть либо волына, либо арбалет, либо танк свой личный. Тихо. То есть я уже понял, в какой город мы с тобой пришли. Это типичный российский город, да? Без танка на улицу не выходит. Дай мне, пожалуйста. Дай сюда, дай сюда, дай. Подожди, как? Кью. Да, я помню. Иди сюда. Ты с ума сошла? Эй, ты чё? Катя, да выйди ты из ямы, ну я ж тебе... Помогите! Ой. Добро пожаловать в выживание, с этого дня я буду выживать сам. Моя вторая половинка куда-то пропала, я не знаю. Я переехал в город Жапосливка после... Чё? Ты где? Ты чё, офигел? Выкинь автомат! Спрячь автомат! Выкинь! Ты взяла его? Ты там да, оставил? Взяла. Да выкинь давай... автомат! Да выкинь! Да давай с собой возьмем. Не возьмем мы автомат с собой! Все, пускай он там валяется! Какой автомат? Сейчас сразу какая-то полиция придет и спросит... Выкинь волшебную эту травушку. Короче, давай идем уже, пойдем жапосливка. Жапосливка. В предыдущей серии произошло много всего плохого. Нас выгнали из нашего дома, в котором мы жили уже достаточно много, и у нас не было денег, чтобы продолжать жить в том городе, потому что он очень богатый, очень дорогой и очень как бы затратно там находиться. Поэтому мы с Катей приняли такое решение, то, что мы приедем в город, который называется Жапосливка. Катя сказала, то, что это хороший город, но нет. Ладно, давай осмотрим, что здесь находится. Тебе не кажется, смотри, заброшенный велосипед? О! Заброшенный? Почему заброшенный ты сразу? Ой. Тебе не кажется, я застряла. Что... А, все нормально. Ой! Я провалилась в канализацию! Ну да почему ты не можешь стоять на одном месте? Ну я ж тебе не говорил туда спускаться. Возьми блок, поставь под себя. Подпрыгни, поставь под себя. Блок, подпрыгни, поставь под себя. Подпрыгни. Какой блок? Под себя. Это будет... Долгое обучение. Помоги, пожалуйста, мне, я тебя прошу. Пожалуйста. Отойди, все, попрыгали, все, выходи отсюда. Кто тебе сказал падать в канализацию? Я даже не видела, что она тут есть. Тебе не кажется, что мы с тобой реально попали в какую-то Припять? Ну смотри! Я понимаю то, что 9 мая вроде уже давно прошло, да, но у меня такое ощущение, то, что весь город до сих пор бухает или то ли отходит от похмелья, потому что, ну, странно как-то все это. О, менты. Вот, именно, еще какие-то менты, подожди. Я забрала здесь... велосипед. В смысле ты... Так, с кем я встречаюсь-то? Кать! Ну, смотри, что, то ружье какое-то забрала, то велосипед какой-то забрала. Да оставь ты велосипед, а кто-то просто на улице оставил, и его ребенок. Ты чего, ой, дети? Блин, слушай, у тебя вообще никакого режима выживания нет. У тебя никакой совести нет. А, то есть, у детей, да? Ну, нужно брать все, что хорошо лежит. Это прям девиз плагиатеров на Ютубе, поэтому. Блин, пошли, какой пошли. Здесь кошмар. Вот ладно. Именно, какой здесь кошмар, я даже не знаю, куда мы приехали. Кать, ну в любом случае, перед тем, как продолжать, мне кажется, нужно, чтобы вот он, и там, и вот еще там один, и ты тоже, поставил лайкусик на этот ролик. Мне кажется, если мы наберем 20 тысяч прямо сейчас, то мы обещаем то, что выйдет сразу же новая серия выживания семейки не блогеров, а дебилов, которые просрали все в своей жизни. Что скажешь? Да, я согласна полностью. Если кто-то не поставит лайк, он вот просто пидастер, просто пидастер. Кать, я вижу, что здесь кто-то живой есть, хотя бы. Во всем городе живой. Кто-то живой есть. Иди сюда. Живой. А, это просто обычные бомжи. О, ребят, здорово, мы, короче, теперь с вами. Пацаны, приютите нас реально. Вот смотри, у вас здесь, подожди, у них здесь 5 коек, а у вас здесь 3. Вот мы с Катей вот здесь в уголку устроимся, даже на одной койке, вот здесь. О, отлично, можно? Пацаны, можно?
Пошел вон отсюда, бомжара сраный. Че? Ты офигел, что ли? Да, слышь ты? Ты понимаешь, то, что меня бомж назвал бомжарой? Это насколько я в жизни скатился, если меня бомж называет бомжом? Да уж, я думала, дно близко. Оно уже пробито, Катя. В смысле, дно близко. Я перепутала две раза. Все! Вот-вот-вот, и не будете сейчас греться, сволочи такие, смотри, он меня бомжом назвал. Ладно, так, пошли. Куда дальше пойдем? Да я не знаю куда. Опа, Макдак. У тебя есть Макдак? Хотя бы 10 рублей что-то похавать? У меня ничего нет. Где ты Макдак видишь? Вот Макдак там вдали. Вот там вдали. Где? Макдак. Я Катя, не вижу. Ты слепошарая? Вдали я Макдак! А, вот он в тумане у меня был. А ты где? А. Бегу обратно. Ой, я бегу не обратно. Бежит обратно и побежал. Я запуталась. Все, хорошо. Ну смотри, зато мы не теряем чувство юмора в такой сложной ситуации, понимаешь? Вот это самое главное. Слушай, иди сюда, смотри. Смотри, сколько места тут. Смотри. Прикинь, если бы мы здесь открыли что-нибудь. Ну я смотри, бы здесь... какая большая площадь. Можешь здесь свою... О, знаешь, что я бы открыл? Вот если когда-то мы с тобой, Катя, поднимемся в этой жизни, я бы здесь открыл... Когда-нибудь. Подожди, не перебивай. Я бы здесь открыл или компьютерный клуб, или мы бы здесь с тобой открыли какой-то торговый центр. Прикинь, здесь бы забабахать стену, вот здесь бы находилась какая-то пятерочка, а с другой стороны какой-то компьютерный клуб вот здесь. А наши клиенты, вон те бомжи в окне, да? А, да, вот наши клиенты, вот те бомжи. Ну я не знаю, мне кажется, все забухали почему-то сейчас, после реально 9 мая. Мне да и чем более, подожди, сейчас же у школьников и вообще у всех учащихся экзамены, ВПР там и прочее, вот эта вся лабуда. Поэтому, да, скорее поэтому всего, сейчас... они превратили город, блин, в ущерб, да? Хорошо, я ну, понимаю. Ну город изначально был ущербом, просто никто на улицу не выходит, вот в том-то смотри, и проблема. Смотри. Чё? Туда смотри. Сдаю квартиру, третий этаж, одна комната, 15 тысяч в месяц. Номер телефона, ага, 69. Ты подумал, о том же, о чем я, да? Да. О чем ты подумал? О том, что нам нужно где-то перекусить. А я о том, что у меня носки вонючие. Ну видишь, да, не о том мы с тобой подумали. А на самом деле, подожди, 15 тысяч рублей в месяц. Это же не так уж много вроде. Мне кажется, надо хотя бы посмотреть на нее. Слушай, давай мы с тобой, чтобы не сдаваться в этой жизни, поставим первую цель после того, как мы с тобой просрали все. Вот если у нас когда-то с тобой появится 15 тысяч, или мы там украдем у кого-то, или где-то заработаем, первое, что мы с тобой сделаем, арендуем вот эту хату. И Пикачу купим маленькую игрушку. Ты готова пойти? Договорились. Ну, давай, да. иди сюда. Эй! Пошли, ну заходи! Я не могу открыть дверь. Потому что дверь открывается правой кнопкой, а не левой. Эй! Иди сюда. Опа! Ты смотри! Этот подъезд мне уже нравится. Железный человек. Ух ты. Пресс F. Почтем память. Пойдем, короче, какой там третий этаж? Третий. Я пошла. Подожди. Ну знаешь, подъездик такой себе на самом деле. Везде плесень, везде... О, моча! Кого? Моча? Ты видел мочу? Обоссался кто-то. Значит, здесь кто-то есть, здесь кто-то живет. Если кто-то обоссался, значит кто-то в живых остался. Прям в рифму зачитал. Пошли. Убегай! Ты с ума сошла? Давай, ты зачем звонишь вообще в другие квартиры? Там у нас третий этаж. Хулиганка-то такая. Пошли. Хватит звонить в чужие квартиры. О, Наташка. Шоп. Браток, дай рубас на жвачку, а? Она меня просит. У меня нет. Ты с ума сошла? Ты почему костер в подъезде разжигаешь? Как ты вообще видела? Да короче, пойдем, она местная, ей можно. Местная бомжиха, да. То есть, ты понимаешь, если мы снимем здесь квартиру, она будет жить с нами. Это месть. Ты зачем пожарную сигнализацию тревогу включила? Это месть! Какая месть?
О, посмотри, типичный мой хейтер. Смотри, вот прям... Так, хорошо, какая наша квартира? Вот это, походу. С-С-У-К... А. Я понял. Блуат. Что такое блуат? Я не знаю, какой-то элемент в химии, скорее всего, в таблице Менделеева. Блуат. Может быть, это голубой атрофический мозг? Кстати, кстати, все возможно, все возможно. Ну, блу, так, блу, по-моему, так не, пишется голубой на английском. Блу, да, вот, голубой пишется блуат, да, мне так кажется. А вот что означает СУ? Автобусный транспорт, голубой может, автобусный транспорт. Может, скука, голубая скука, блуат скука, только там буква К пропущенная. Или сумка. Скука голубая. Скука голубая. Вот мы и расшифровали отлично. Этот ребус. Вот и все, давай звонить. Кать, подожди. Перед тем, как сюда позвонить, я вот предлагаю всем, кто прямо сейчас на меня смотрит и на Катю, посмотреть предыдущую серию. Потому что всем нужно знать, чего началось вот это все выживание и как мы вообще докатились до такой жизни. Надо мной... Надо мной прямо сейчас будет подсказочка, обязательно нажимай и смотри предыдущую серию. Ты мне не дашь нормально, да, жить в этой жизни, хорошо? Посмотри обязательно, чтобы знать, что там вообще случилось. Ждем, сядь. Да откройте дверь! О! О, здорово. Привет. Вы кто такие? Я вас не звал, иди нахер. Ты видела эту наглость? Подожди. Ты заметила, что мы с тобой сегодня как-то очень веселые, хоть как бы все грустно в жизни, да? Да, главное не терять нас главное не унывать. Слышал, каждый, открой двери! Мы квартиру арендовать! Дверь, а бабки тебе заплатить за квартиру, бабки заплатить, ну смысл да 15 снять тысяч. Хотим, снять хотим, снять, понимаешь? Снять. А, проходите. Давай. Ну вот так вы сразу и начинали. Так, как я понимаю, электричества дома у вас нет, если вы здесь все свечи, да, свечками освечиваете, да? Свечами освечиваете, осветили свечи. Есть, экономлю. Так, хорошо. Ну мы пришли, экономия заканчивается. Ну, в принципе. Так, ну хотя бы свет есть. Ну и то две лампочки из четырех горят, поэтому знаешь такое себе. Да, не, ну как бы... Ну а что ты хотел за такие деньги? Ну понятно то, что ремонт надо, ты видишь, 15 тысяч, ты смотри, мне Кать, не наступай на вот эту трещину, а то еще и к соседям туда вниз провалишься. А может у них лучше? А может у них лучше, кстати, да. Так, телевизор хотя бы рабочий. Где пульт? Пульт где? Сейчас мы проверим, опа, пульт. Так, сейчас давай проверим, все работает. О! Это Мстители! Надо его починить, да подожди, да он работает. Ну он как бы работает, только смотри, здесь реально что-то залагало. Видишь, картинка какая-то цикличная. Слушай, у меня другой вопрос. Иди сюда. Так, сейчас подожди, я телевизор вырублю. Ага, ну телевизор работает хотя бы. Да. Почему он курит? В квартире. Реально, а почему вы здесь все провоняло? Почему вы курите посередине квартиры? Так вот, и плесень из-за этого появилась, и вообще вонизм такой. Ну знаете, типа нормальные люди в квартире не курят. Здесь все же провоняется, все обои, они потом никогда в жизни не выветрятся. А-а-а! Окно откройте. Открой окно, Кать, открой окно, можно? Опа, открыл. И балкон тоже открой. Я опять упала куда-то. Вы почему не сказали то, что у вас дырка на балконе? Кать, как мне тебе вытащить? Я тут в чужую квартиру зашла. Кать, а пойдем... тут лучше, спускайся сюда! Тут никого нет! Выйди на лестничную площадку, поднимись обратно на третий этаж! Тут люди спят, ёпрысоты! Извините, до свидания. Давай, тихо. Иду. Вы с ума сошли? Так, скука голубая, сюда. Скука голубая, здесь. Так, подожди, я вернусь. туалет. Окно. Так, а вы дырку заделайте, а то не дело так-то. Так, иди сюда, Кать, сральник заходи в туалет. Ну, вроде все нормально, туалетная бумага есть. Подожди, а у меня... А почему кран вверх работает? Заметила? Это как... Это так надо.
То, что фонтанчик. Раковина вверх руки моет, да? Фонтанчик, фонтанчик. Так, хорошо. Воды, как я понимаю, у вас нет. Ванне воды у вас нет. Раковина почему-то не работает. Ладно. Не, я ну слушайте. Сломала выключатель. Какой выключатель ты сломала? В ванне. Тут был выключатель, я его сломала. Поставь его обратно. А где он? У тебя в инвентаре, скорее всего. Нету. В кармане. У тебя в кармане. Нет. Нету. В смысле? Ладно, не важно. Нету. А, в общем, в принципе, за 15 тысяч... А подождите, а почему здесь столько много коробок? Вы это все будете разгребать? Здесь книги, коробки, ящики какие-то. Ну ладно. Ладно, давайте мы тогда подумаем, хорошо? Угу. А, мы сейчас пойдем, у нас просто еще денег нет, мы только приехали. Вы... Ой. Фу, какая кака. Что ты? Да, как? Пойдем отсюда, пойдем. А зачем? Вы дебил? Вы кидаете окурок в картон! Все, успокойся, пойдем! Так он сейчас хату всю сожжет, дебила, кусок, так. Да все нормально будет, пойдем. Ну хорошо, если такой дебил до сих пор хату не спалил, значит, везет ему в жизни. Хорошо, Спалите. Тогда. Хорошо, давай. Не сдавайте эту квартиру, она, в принципе, нам ну так будет. До свидания. До свидания. Пока, Наташка. Да. Кать, ну как тебе хата вообще? Да, в принципе, ну жить можно. Ну, после нашей хаты, знаешь, такое себе. Согласна. Ладно. А сейчас еще осталось решить, где мы с тобой заработаем 15 тысяч. Понимаешь? Фу, ну надо походить, посмотреть, что здесь есть вообще. Требуется кто-то. Слушай. Мы же с тобой сказали то, что может когда-то мы бизнес свой откроем, но перед бизнесом надо где-то хотя бы поработать. Макдак, который ты не сразу увидела. Да это как бы смешно, но реально, типа, если мы с тобой, если я устроюсь кассиршей, ты устроишься кассиршей, а если я устроюсь каким-то уборщиком, там, ну, хотя бы на пару деньков, то мы с тобой уже сможем, если они платят хотя бы по 700-800 рублей за сутки, ну ты чё там, Кать! Ау. Ну иди сюда! А! Ты чё стоишь-то там? Кать, если они платят хотя бы по 700-800 рублей за сутки, то... Ну а почему нет? Мы за 5 дней тогда уже заработаем там 7-8 тысяч... Горю, помогите, спасите. Чёрт там, он горит! Блин, пошли спасать его скорее! Да подожди, ну этих таких дебилов жизнь ничему не учит! Ну я ж тебе горел, как куришь, что если ты бросаешь окурки в картон, то картон рано или поздно загорится! Придурок, ты видишь то, что вся квартира горит! Да зачем ты говоришь, пошли тушить! Да подожди, потому что он дебил, но я ж тебе горел то, что... Да в смысле спасите, да ты прыгай! Ну ногу сломаешь максимум, зато жизнь себе спасешь, да прыгай! Я ловлю! Катя ловит, прыгай, Катя, на руки! Катя, посели ему на землю лифчик, там как бы вот это поролон может спасет. У меня есть трава! На траву прыгай! На траву! Прыгай на траву! На марихуану, давай, на мягкое! Какую марихуану, Катя? Я вон кинула. Откуда тебе? А вот помнишь, я брала, видишь? Ладно, дебил дебилом, дебилов жизнь ничему не учит, но спасать его нужно. Сейчас! Не гори там заживо! Сейчас спасем, Кать, давай! Побежали! Давай, скорей! Сейчас его спасем, возможно, он нам скидку на хату сделает, если хата дотла не сгорит. Побежали!